Мы стояли возле вольера, он был у меня на руках. А потом рука, я не знаю, оказалась как-то у тигра. Говорят, кто со стороны стоял, смотрел, что тигр прыгнул сверху и когтем кофту зацепил и подтянул до клетки. Ребенок плачет, потому что болит у него, не может свыкнуться, что он только одной ручкой может действовать. Свидетелем происшествия, где тигр откусил палец ребенку. Как все произошло, семья, мама, папа и ребенок решили покормить тигра. Мама дала кусок мяса ребенку в руку, а отец поднял его, просунул прям к клетке вольера. Мальчик засунул руку с мясом в вольер к тигру, и тот откусил мясо вместе с пальцем ребенка. Не знаю, чем думали родители на тот момент, ведь на каждом шагу в парке информационные таблички, что нельзя подходить близко к вольерам, животные кусаются. Там сама и свой пальчик сунь. Ну, то есть... ну, что это такое? Есть голова у человека? Да была бы это моя дочка, я бы ее дома убила бы.